гуляем по альбатросам. Сейчас нас ждет альбатрос аквапарк. Они на самом деле все рядышком находятся. Вон там у нас бич альбатрос, тут акваблу. В общем, альбатрос на альбатросе. Пойдемте посмотрим. Так, ну что, здесь у нас тоже достаточно похоже все. Здесь, смотрите, у нас тоже аквапарк. Естественно, раз отель называется Альбатрос Аквапарк. И территория большая. Ну, отель тоже находится второй линии, но зато как бы территория альбатросов многие можно пользоваться, то есть находиться в одном, а пользоваться территорией до 5 часов спокойно другой территории. Это тоже достаточно такой большой плюс.